Як ураджэнцы Беларусі ў Ізраілі перажылі напад Ірану на іх краіну? Што яны думаюць пра тое, якім чынам магчыма спыніць эскаляцыю канфлікта? Наша тэма дня. І мой суразмоўца ізраільцянін Александр Фруман, ураджэнец Беларусі, які цяпер служыць у ізраільскім войску і цяпер знаходзіцца на мяжы Ізраіля з Сырыяй. Добры дзень, Александр. Добрый день, здравствуйте. Дякую вялікі, што ў такой напружанай сітуацыі вы знайшлі час, каб прыйсці да нас у эфір. І, ну, маё першае пытанне, канешне, тычыцца таго, што адбылося ў гэтыя выходныя. Якая была ваша ноч з 13 на 14 красавіка, калі сотні іранскіх беспілотнікаў ракет паляцелі на Ізраіль? Спасибо, Ганна, за приглашение. Как прошла моя ночь 13 на 14? Я был в армии, и я нахожусь на голландских высотах. И вечером нам пришли сообщения, что, скорее всего, по базе, где я нахожусь, будет нанесен... Это одна из тех точек, которые Иран выбрал для атаки. Поэтому мы провели планы эвакуацию, уехали на другие, более безопасные базы. И следили потом по интернету, как, в принципе, все израильтяне. Где-то в 10, в 11 вечера пришло сообщение от новостных порталов, что началась атака, что полетели беспилотники, полетели ракеты. Ну, мы сразу математически в уме плюс 2 часа, значит, через 2 часа это что-то будет тут. И практически через часа полтора была воздушная тревога. Мы все попрятались в бункер, довольно глубокое место такое. Там и провели всю ночь. Слава богу, там добивал Wi-Fi, мы сделали там свои ухищрения и следили за тем, что происходит в Израиле. И потом, когда выходили кто покурить, то увидели несколько сбитий беспилотников, не беспилотников, а этих крылатых ракет. Потому что они через 2 часа прилетели, беспилотники, ни один не долетел, я так понял, до Израиля. Все были сбиты, слава богу. Так что, ну, такая ночь. Довольно обычная армейская ночь, но с таким вот немного нюансом. Ну, а что вы отчували, когда вот пришла эта информация? Ну, мы сами все сочили, вот зараз написано про столько-то, про такие-то час я не досягнуть. Вы ведали, что есть этот купол. Вы боялись, вы переживали, эти вы были абсолютно спокойны, ведаючи, что, ну, працуя эта система супраспроветренной обороны. Ну, я почему-то был довольно точно уверен, что Израиль справится с этой атакой. Что-то может и случиться, может быть такое незначительное. И плюсы уверенность добавляло то, что израильтяне довольно слушают службу тыла. И во время таких серьезных заварух они прячутся в бомбоубежищах. Поэтому, в принципе, не было такого ощущения, что сейчас что-то случится ужасное или начнется какая-то там глобальная война. Мне был понятен только, какой будет масштаб, то есть это будет 10 ракет или это будет 100 ракет. Я предполагал, что они долетят к границам и потихонечку на территории Израиля будут их сбивать по мере их продвижения. Но вот наши союзники, там иорданцы, британцы, американцы, французы нас приятно удивили. И практически 80%, я так понял, ракет были сбиты ими, поэтому большое спасибо им. Вот есть информация, что напад на Израиль не принес ахвяра у сирот израильцев. Была пораненная только девчинка с бедуинского региона. Там не баба, ну, бомбосховища. Вот таким чином вот это ранение тлумачилось. Могли бы вы рассказать, насколько подрыхтованы израильцы до нападов? Что бомбосховища повсюль, это такая, ну, нормальная справа. Что эта подрыхтовка, кроме бомбосховища, еще включает? Ну да, Израиль, в принципе, за... уже начиная с войны в Персидском заливе 91 года, живет под вечным напряжением ракетных обстрелов. То есть Саддам Хусейн их начал, потом Хамас продолжил, Хизбалла. И поэтому в каждой новой квартире по ГОСТу, наверное, да, положено быть комнатой безопасности с большой дверью, с железными ставнями стальными. И если же в старых домах, то есть бомбоубежища, а также в городах, где довольно частые обстрелы, то которые ближе к Газе или ближе к ливанской и сирийской границе, то расставлены такие бетонные коробки,
И вот на армейских базах очень много их сейчас поставляли, которые, в принципе, должны защитить, если не от прямого попадания, то, по крайней мере, от осколков или от того, что может произойти. Поэтому и постоянно по телевизору сообщают, если есть обстрел, то неважно, какая передача или что, сбоку выпрыгивает такое окошечко, где написано, какие города, какие деревни находятся под обстрелом. Люди следуют указаниям службы тыла, заходят в безопасные эти места. Большинство людей, по крайней мере, это точно. Есть, конечно, люди, которые любят поглазеть, поснимать. Этого тоже не уберешься. Но довольно, как это сказать на русском, они следуют указаниям. То есть, это очень помогает и службе тыла, и вообще армии, когда тыл сам себя обезопасивает и не дает тебе еще лишние работы, кроме того, что у тебя есть. Коли почалася повномасштабная война Росії супраць України, вот у першые тыдні Владимир Зеленский звертаўся до заходніх краінаў кожны дзень: закрыйце нам неба, да? Все тады гаварылі пра это ізраільскую систему супраць паветранай абароны, пра так званы купал, так? Маглі б вы патлумачыць вот чалавечай мовай? Я разумею, што вы не спецыяліст, але вы жывеце ў гэтай краіне, вы разумееце, што гэта, як гэта працуе. Як працуе вот это так званае закрытае неба над Ізраілем, гэты купал? Ці магчыма гэты досвід перанесці на іншыя краіны? Я не думаю, что это именно вот только купол. Это существует как бы связь такая, их несколько систем. То есть есть железный купол, который против довольно таких простеньких ракет, которые буквально кустарного производства, может против градов, против катюш, не против крылатых ракет. Вот. Дальше идет есть проща Давида, это более серьезная система, и потом уже идет система, называется стрела, хэц на иврите, и уже те патриот, которые все знают в Украине, которые проявили себя, и у нас тоже есть несколько таких установок по стране стоят. Как это работает, в принципе, система? Регистрируется вылет ракет, просчитывается примерная траектория, и если на подлете к цели, тогда уже идет более точный расчет. В это время туда, в этот квадрат, куда должно ракета прилететь, уже идет воздушная тревога. То есть тут и одновременно и взбитие, и предупреждение работают. И полетает ракета, когда уже точно известно, что она попадет и будет какая-то угроза. Если, например, ракета летит в чистое поле, то никто ее сбивать не будет, потому что одна ракета стоит, по-моему, 40 тысяч долларов, поэтому не хотят тратить на это деньги. А если ракета попадает в жилые какие-то массивы или где есть угроза человеческой жизни или каких-то разрушений, то ее сбивает, вылетает ракета, перехватчик, и просто вот прямо возле ракеты происходит взрыв, и она падает. Потом еще нам 10 минут надо находиться в бомбоубежищах. После того, как уже все обломки упали, тогда можно выходить. Я прошу прощения у нашей аудитории. У нас, максимум, не самая идеальная совесть, але Александр зараз находится на меже Израиля и Сирии. И он служит войску в гэты момент. И натурально, что совесть не может быть идеальной. Я как раз хотела вас запытаться вас, вот когда мы его зараз глядим, что за вами, Израиль, те Сирия, что побач находится. Ну, когда вы можете про это рассказать, какая ваша боевая задача теперь? Я сейчас нахожусь на территории, конечно же, Израиля. Это голландские высоты, те самые. Я служу в одном из подразделений спецназа. Значит, я резервист, естественно. У нас все резервисты. То есть люди, которые уже закончили срочную службу. И раз в год приезжают, ну, сейчас почаще, когда война началась. На данный момент, в принципе, мы, если так это сказать, выполняем довольно обычные патрулирования границы, чтобы никто не подходил к ней, наблюдение. Довольно такое рутинное мероприятие. Я нахожусь в отделении, которое, если перевести это на русский язык, это, наверное, медбратья, или, я не знаю, медицинская служба такая. И, по идее, если есть раненые, то я должен приехать на амбулансе
отвезти человека или же к вертолету, если это какое-то серьезное ранение, или же к какому-то другому более, скажем, технически навороченному амбулансу, который отвезет человека уже в больницу. Но все зависит от количества, от самого ранения. Ну и если уже какое-то, если есть нападение или что-то, то я должен дать отпор врагу. После нападу Хамас на Израиль, я так разумею, что вот вы, как резервист, пошли служить, так? И это с того часу протягивается, те это некие периодичные такие вот, ну, периоды службы. То есть, когда 7 октября Хамас напал, то я уже, если говорить про меня, то я был как бы освобожден уже от резервистской службы, она до 40 лет, то есть мне уже за 40, но тогда было такой поток новостей, который просто невозможно было сидеть, как говорится, дома у печи. И многие израильтяне так сделали, многие вернулись из-за границы. И я просто позвонил в армию, сказал, что вот так и так, я готов быть добровольцем, если вы нуждаетесь в моих услугах. Рассказал им, что я делал в армии, какие у меня это. И через буквально пару дней мне позвонили и сказали: приезжай, у нас есть для тебя место. И все. И потом я был на границе с Ливаном 110 дней примерно. Мы там тоже делали какие-то боевые задачи, более интересные, чем сейчас, по крайней мере. Отпустили на 2 месяца домой и опять снова призвали. Сейчас уже как бы, в принципе, в мае должен вернуться домой, но вот события непонятно развиваются. И каждый вечер сидишь и ждешь новостей, что будет дальше. А потом эти новости превращаются в какие-то задания для тебя же, какие-то приказы. Як шмат уродженцев Беларуси теперь у войску? Те вот, ну, не обязательно войску, але на разных таких доброхотных позициях допомагают в этом змаганні, як у борьбе с Хамас, як и теперь, ну, теперь, как бы, покуль ситуация больше-меньше супокоилась, але оно, ну, никто не ведает, каким чином все может развиваться. Ну, вы знаете, тяжело мне судить, потому что мы же не ассоциируем себя, как вот ходим, например, как парни из полка Калиновского, у них есть какой-то там герб или что-то, и видно, что они белорусы. Мы не видим, кто белорус, кто нет. Но вот из моих знакомых, тот, кто должен был, те призвались, те, кто не должен был, многие, вот я знаю белорусскую диаспору в Ашдоде, они помогают по выходным солдатам собирать всякие посылки. То есть очень многие выходцы из Беларуси, они же являются израильтянами, и это такая черта. Пришло горе, все объединяются, все помогают. Поэтому я встречаю ребят из Беларуси. Но вот я хотел бы вот обозначить одного героя, Роман Гофман. Он когда началась война, он был бригадным, по-моему, генералом, или просто, да, был бригадным генералом. Мне довелось с ним срочную службу служить вместе. Я даже не знал, что он настолько дошел. И вот он был ранен тяжело, убил много террористов. И сейчас, даже после того, как вылечился, его назначили пресс-секретарем, военным пресс-секретарем премьер-министра. Дали ему повышение, самую высшую должность, генерал-майор, по-моему. И он из Минска, из Беларуси, так? Он из Беларуси, да. Я не помню, откуда, из какого города, но он из Беларуси. Он просто вот потрубил как герой. И вот можно гордиться выходцами из Беларуси, что такие есть. У меня питание до вас складанное, на какое, ну, тяжко дать отказ теперь. И многие аналитики его задают, политики задают. Что далее? Как вы бачите максимальное развитие и вырашение близкоусходнего конфликта? Как человек, который теперь вот со зброей в руках, у войсковой форме? Ну, слушайте, ну, это все политика. Если мы начинаем думать в русле политическом, а не вот как вот куда кто пойдет, с кем будет воевать, а в принципе тут подогрев. В Европе электоральный год, в Америке электоральный год. Никто не хочет лишней шумихи. Вот уже Америка, Евросоюз давят на Израиль, чтобы это все потихонечку заканчивалось. Конечно, Израиль независимая и суверенная страна, и она будет принимать решения, как она считает нужным, но тяжело не считаться с мнением мирового сообщества, тем более такого влиятельного, как США и Евросоюз. Поэтому
мне кажется, что потихонечку будет все переходить в какое-то затушение конфликта, который, в принципе, тут может воспламениться за один день, за одну секунду. Очень сложный вопрос, вы правильно сказали. Я сторонник, что надо сесть с многим арабским лидером, американским, еврейским лидером. И практика показывает, что только мир и договоренности могут тут навести спокойствие. Вот, например, у нас с Иорданией же мирный договор, и как следствие иорданцы помогают нам, когда нас атакуют иранцы, и над Иорданией было сбито большинство ракет и беспилотников. То есть это же работает. То есть мы помирились, мы подружились, мы можем быть друг другу полезны и экономически, и вот стратегически, по-военному. То есть в этом будущее. Будущее в нормализации отношений Израиля со всем миром. Просто не всем, видно, это нравится, не все этого хотят, и нам мешают. Александр, вы были у Менску у жнівні 2020 года. Вас жорстко збивали силовики. Вы рассказывали про это в эфире «Радио Свобода». Ну, вы пережили здеки у автозаку, у постарунку милицейским, у жодинской тюрьме. Потом подавали уже у Израиля у суд у справе универсальной юрисдикции. Я хотела вас запытаться, на каком этапе эта справа, ці не кинули вы этой спробы досягнуть справедливости, притягнуть до отказности. Вы склали спис всех людей, которые были дотычны до вашего за тримання, да, здека з вас? Ну, смотрите, я делал максимум, то есть я выбрал стратегию, что я буду делать все возможное, чтобы найти тех карателей, которые меня избивали, и буду использовать любую возможность, чтобы потом не сказать, что ай, ведь мог так, и так не сделал. Поэтому, да, я нашел большую часть тех, кто меня избивал, кто меня арестовал, кто меня экстрадировал в жодинскую тюрьму в автозаке, кто повинен в массовых пытках в советском РУВД. Все это собрано, есть свидетели. Теперь, в принципе, осталось только ждать, когда белорусы свергнут диктатуру. Потому что без этого я же не могу, как вот этот сказал, как его зовут, депутат, Гайдукевич, вот Гайдукевич сказал, в багажнике привезем в Беларусь. Я же не могу в багажнике там того же начальника советского РУВД привезти в Литву или в Польшу, где их могут арестовать и судить по универсальной юрисдикции. Тем более в Израиль. Вот. Но у меня есть для них некоторые сюрпризы. И так спокойно я им не дам пожелать. Я вот зараз хотела попросить вас поравнать некоторые речи. Максима, это некорректное поравнание, але тем не меньше. Вот то, что вы отчували в этом автозаку, так, в этом РАУС советским. И то, что вы отчували у Кастрышнику 2023 года, когда Хамас напал на Израиль. То, что вот вы отчували, Максима, в ночи, когда Иран напал на Израиль. Какая разница вот помеж этими отчуваниями для вас особисто? Ой, я не знаю, как это на самом деле можно ли сравнить вообще эти вещи. Где больше страшно было? Ну, это вообще такой, если говорить в объективной степени, то просто я не особо пугливый человек. И мне даже тогда не было страшно в Минске, когда меня арестовали, потому что я от удивления, наверное, я не чувствовал даже и боль. Но я был очень удивлен, что происходит вокруг. И для меня это было какое-то такое любопытство, перемешанное с удивлением, и все это так, это не давало даже времени испугаться. И плюс еще была постоянная мысль, что я ведь иностранец, в конце концов, все будет в порядке. На каком-то этапе была надежда, что вот сейчас меня отпустят, поэтому как-то эта надежда не давала мне даже подумать о том, что будет что-то плохо. Я был уверен, что меня в конце концов отпустит, и я расскажу всему миру, что я видел и что пережил. Вот. То есть тут я не контролировал ситуацию, но как бы мозг мой говорил, что все будет в порядке. В отношении октября, то это был тотальный шок. То есть до обеда я не мог понять, в голове не могло уложиться, что происходит, как происходит, где происходит. Почему это так происходит? Тем более, что я служил в секторе Газа, я знаю,
всякие нюансы, там, и как армия работает. Я не понимал, потому что была информация вся была отрывочная. Поэтому был какой-то не страх даже, а растерянность. Растерянность и желание как можно быстрее включиться и быть тем самым винтиком в этой системе, которая поможет Израилю победить. Вот. Ну, а ночь в Иране, я вам скажу честно, большинство израильтян, даже всех, с кем я говорил, все, конечно, многие, конечно, пугались. Там, для новоприбывших, например, репатриантов это вообще было в диковинку. Но как-то это все было... больше страха нагоняли перед, чем вот когда это случилось. Довольно спокойно. Ну, я вообще как бы так даже особо не беспокоился. Типа, ну пройдет эта ночь, и больше беспокоит, какая будет реакция Израиля, потому что мы все ждем, так как это будет понятно, что нас ждет дальше. Будет продолжение какое-то, новая фаза, или мы вот на этом моменте завершаем вот эту историю с Ираном и ждем следующие как бы сессии, что обязательно случится. Тут Ближний Восток по-другому не происходит. Александр, дякую вам великий, безпечной вам службы, мирного неба над Израилем. Дякую вам великих. Это был Александр Фруман, громадянин Израиля, уродженец Беларуси. Спасибо вам, Ганна. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.